Эту женщину я не мог, не имел права забыть. Нелегкая ее жизнь, чистая душа, характер глубокий и добрый. Наконец, то, как в полном одиночестве пережила она те страшные месяцы, которые стали для нее великим испытанием, все это было мне известно, и я не забывал ее. Прошли годы, и вот однажды, в древнем прикарпатском городе, куда я приехал по просьбе старого фронтового друга, мне вспомнилось все. Получилось это так. Каждое утро до восхода солнца я выходил на прогулку, бродил по пустынным аллеям векового парка, медленно поднимался по крутому склону высокого холма, который местные жители именовали Княжьей горой. Неподалеку от скамьи, на которой я обычно сидел, рос раскидистый клен, а у клена белела ноздреватая, источенная дождями каменная ниша. В нише стояло изваяние Мадонны с младенцем на руках. На темноволосой голове Мадонны красовался серый от пыли восковой венок, а у ног ее на каменном карнизе постоянно лежали свежие, обрызганные водой живые цветы. А я долго смотрел на Мадонну, и странные мысли одолевали меня. Тебя, женщину по имени Мария, люди назвали Матерью Божьей, думал я. Люди поверили, что ты непорочная, родила им Спасителя Бога, принесшего себя в жертву и распятого за людские грехи. Смерть сына – тяжкое, неизбывное горе для матери. Но разве нет на земле матерей человеческих, испытавших более страшные удары судьбы, чем те, которые ниспосланы были тебе? Кто же измерит их горе? Кто исчислит все их утраты? Кто им воздаст за их неустанный труд, за любовь к людям и милосердие, за материнское терпение, за пролитые ими слезы, за все, что пережили они и свершили во имя жизни на любимой ими нелегкой земле? Так думал я, всматриваясь в лицо каменной Девы Марии, и в этот миг вдруг вспомнил женщину, которую не смел, не имел права забыть. Прижавшись к земле, Мария лежала в глубокой борозде. Над ней, едва различимая в смутном полумраке, шуршала, покачивала высохшими метелками густая чаща кукурузы. Кусая от страха губы, закрыв уши руками, Мария вытянулась в ложбине борозды. Ей хотелось втиснуться в затвердевшую, поросшую травой пахоту, укрыться землей, чтобы не видеть и не слышать того, что творилось сейчас на хуторе. Господи, пошли мне смерть. Господи,
Нет у меня больше сил. Не могу я. Пошли мне смерть. Прошу тебя, Боже. Хутор догорал. Стали стихать орудийные залпы. Со стороны тока Мария услышала надрывный женский плач, сопровождаемая солдатами-автоматчиками. Нестройная толпа хуторян медленно двинулась по проселочной дороге. Мария затаила дыхание, приникла грудью к земле. Куда ж они и гонят? Неужто расстреливать будут? Там же малые дети, ни в чем не повинны женщины. Широко открыв глаза, она смотрела на дорогу. Толпа хуторян брела мимо нее. И лишь на вершине холма, когда колонна почему-то задержалась, раздался душераздирающий вопль. «Палачи! Фашистские выродки! Не хочу я вашей Германии! Не буду вашей батрачкой, гады!» Мария узнала голос. Кричала 15-летняя Саня Зименкова, комсомолка, дочка ушедшего на фронт хуторского тракториста. Мария услышала короткую автоматную очередь. «Это Саню убили!» Молния обожгла ее страшная догадка. Она подождала немного, прислушалась. Человеческих голосов нигде не было слышно, только где-то в отдалении глуховато постукивали пулеметы. Саню она нашла там, где и думала. Сердце девочки билось неровно, то замирало, то колотилось в порывистых толчках, живая. Оглядевшись, Мария поднялась, взяла Саню на руки и побежала к спасительной кукурузе. Короткий путь показался ей бесконечным. Уже ничего не видя, не понимая, что вокруг нее жестяным шелестом шумят сухие стебли кукурузы, Мария опустилась на колени и потеряла сознание. Очнулась она от надрывного стона Сани. «Санечка, деточка моя, открой глазки, дитё моё бедное, сиротиночка моя, открой, открой свои глазоньки, промолви хоть одно словечко. Слышишь, деточка, мы ж с тобой только двое остались, только двое». Умерла на рассвете. Сейчас, в эти минуты, тяжкое, неутешное горе Марии, смерть мужа и малого сына, 2 дня назад повешенных на старом хуторском тополе, сникло перед лицом этой новой смерти. И Мария поняла, что ее горе только невидимая миру капля в той страшной широкой реке горя людского. Утро наступало медленно. Нехотя забрезжила бледная размытая заря. В эту осень дождей было мало, поросшая сорняками пахота затвердела. Мария рыла по собачьи, с трудом подгребая под себя сухую комковатую землю. На закате солнце
Мария потащила тело Сани к могиле, опустила в яму ее босые ноги, поцеловала в лоб. Плакать Мария уже не могла. Прощавай, деточка, пусть земля тебе будет пухом. Разбитая, обессиленная, она прилегла на ворох кукурузных листьев. Только к полуночи, в конец измаянную Марию, охватил спасительный сон. В эти недолгие часы перед ней в отрывочных то сладких, то горестных сновидениях промелькнула почти вся ее жизнь. Ей снилось, что она летит по теплому весеннему воздуху над зелеными полями и у самой дороги узнает свое поле, на котором стоит ее отец, совсем молодой и красивый. Ветер шевелит его кудрявые волосы. Он машет рукой, зовет Марию к себе, а она улыбается и не хочет спускаться на землю. Потом, после какого-то темного, томительного провала, Мария вдруг увидела пламя. Она застонала во сне, подумав, что это горит хутор. Но это было пламя пионерского костра на берегу речки. И вокруг костра танцевали мальчики и девочки в красных галстуках. И она сама, 12-летняя Маша, тоже держала кого-то за руку, пела веселую песню, и ей было так радостно и хорошо, что она хотела обнять всех, и учителей, стоявших под вербой, и высокого, ладного, пионеровожатого Ваню, который позже, через 6 лет, стал ее мужем, и румяных хуторских мальчишек и девчонок. Ночной холод разбудил Марию. Она проснулась, всмотрелась в звездное небо, еще не понимая, где она и что с ней произошло. А когда то страшное, что она пережила, дошло до ее сознания, она упала, зарыла лицо в холодные кукурузные листья и забилась в безудержном плаче. Мария не знала, что за те 2-3 часа, пока она спала, вражеские танки прорвали за речкой слабую линию советской обороны, выбили советских солдат из окопов и устремились на восток. Мария не знала и не могла знать, что здесь, на неубранном кукурузном поле, она осталась одна в глубоком немецком тылу, что фронт все дальше откатывается на восток, что все окрестные хутора по приказу немецкого командования сожжены дотла, а уцелевшее после зверских казней население угнано в Германию. И не осталось в этих глухих местах ни одного живого человека, кроме нее, Марии. Разбудило Марию стрекотание сорок. Она открыла глаза и, не шевелясь, смотрела на птиц.
Жажда и голод ослабили Марию. Она поднялась и тотчас почувствовала противную тошноту и головокружение. Что делать? Куда идти? Она вспомнила, что рядом с кукурузным полем колхозники сажали поздний картофель, свеклу, капусту. Все это осталось неубранным. Пойду туда, иначе я помру. Выйдя на межу, она осмотрелась и поползла между рядами картофельной ботвы. Не поднимая головы, стала рукой подрывать куст картофеля. Пресная мякоть картофеля не утолила голода, только вызвала острую резь в желудке. Мария прилегла, закинула руки за голову, закрыла глаза. Изнывая от горя, она вспомнила все, чем жила эти годы, и как осталась одна. Мария тихо заплакала. С детства не веря в Бога, зная, что там, в глубокой синеве осеннего неба, никто не услышит ее горячей молитвы, никто ей не ответит и никто не поможет, она стала исступленно просить небо, чтобы ей была ниспослана смерть. «Я не могу жить, Господи! Я не хочу жить! У меня все отняли, и хаты наши все спалили, одна зола от них осталась, и Санечку-девочку, как звери, убили, и людей всех угнали, никого не оставили. Не хочу я жить, Господи! Пошли мне смерть, забери меня с этой земли!» Так молилась Мария, неведомо кому, так выкликала свою смерть, а жизнь властно звала ее, напомнив о том, что она не одна, что в ней теплится иная, пока еще слитая с измученным материнским телом, но уже своя, отдельная слабая жизнь. Подчиняясь властному зову жизни, она поднялась и от слабости и подступившей к горлу тошноты тотчас же опустилась на землю. Это от голода надо ползти к полю, где растут свекла и морковь. Вечерело. Красноватое солнце коснулось горизонта. За спиной Марии затрещали сухие стебли кукурузы. Она испуганно оглянулась. К ней медленно шли 4 коровы. Впереди коров бежала большая серая собака. «Дружок, дружок!» Собака остановилась, пристально посмотрела на женщину, слабо шевельнула унизанным репьями хвостом. Мария огладила корову, которая стояла ближе всех, присела на корточки. Вначале Мария сдаивала молоко прямо на землю, потом, подставив ладони левой руки, напилась молока, омыла грязное лицо, руки, утерла с платьем. Негромко позвала собаку. «Дружок, иди, собачка, ко мне, иди, покушай. Ты же, небось, тоже голодный». Торопясь, Мария подоила всех 4 коров, приласкала каждую. Солнце давно село, сгущали сумерки, повеяло вечерней прохладой, надо было устраиваться на ночевку. Мария нарвала кукурузных листьев, постелила на дне крайней воронки. Так будет теплее. Она стала умащиваться, прикрывая себя листьями. Собака тоже спустилась вниз, долго вертелась на одном месте, повизгивая. Потом, свернувшись калачиком, улеглась под самым боком Марии. В вышине зажглись, замерцали звезды. Ничто не нарушало тишины. Видно, наши далеко отступили, потому что не стало слышно ни одного выстрела. Я осталась одна среди врагов. И
Что мне теперь делать? Как жить? Не знаю. Знаю только одно. Отсюда, с хутора, мне некуда идти, и я никуда не уйду. Тут остались Ваня и Васятка. Тут похороненный отец с матерью. Она сквозь слезы смотрела на звезды, и звезды мерцали, двоились в ее глазах. И эта бесконечная глубина ночного неба, и странная тишина, и запах повлажневшей от росы кукурузы, и теплота собачьего тела, и мирная жвачка коров все волновало Марию, заставляло думать о том, что ради него, нерожденного, который жил в ней, она должна пережить свое безысходное горе, примириться с тем, что счастливое ее прошлое никогда не вернется, и что для него, будущего ребенка, она обязана жить. Уснула она перед рассветом и спала совсем мало. Разбудило ее мычание коров. Мария поднялась, вышла из воронки, постояла немного, заглушая в себе тошнотворное чувство страха. «Пойду». Она выбралась на межу, медленно пошла к хутору, оглянулась и увидела, что корова и собака неторопливо шли за ней следом. Выйдя на край поля, Мария увидела то, что еще совсем недавно было ее родным хутором. У подножья холма простиралось черное пепелище, на котором видны были остатки покрытых копотью глинобитных стен, да кое-где высились устоявшие во время пожара печные трубы. Сложив на груди руки, Мария тихо пошла вниз. Чем ближе подходила, тем горячее была дорога. Босые ноги Марии ступали по опаленной пожаром земле, но она почти не чувствовала этого. С бьющимся сердцем шла, издали всматриваясь в черные руины сожженных домов. Она с детства знала обитателей каждого дома, и ей казалось, что они вот-вот вернутся, чтобы на этой горячей, изуродованной земле начать новую жизнь. Она пошла дальше. Вот и руины бригадного домика, и тополь, тот самый. Мария остановилась, замерла. Тополь стоял черный, обгорелый, как все кругом. Тонкие ветки его сгорели, и он был похож на обугленный скелет. Никого из повешенных ни на тополе, ни вблизи его не было. Низко опустив голову, Мария отошла от тополя. Неподалеку на дороге увидела сорванную с бригадного домика жестяную красную вывеску в деревянной рамке. Года полтора тому назад Иван рисовал эту вывеску, старательно выводя на красном поле четкие белые слова «Третья бригада колхоза имени Ленина». Рядом с вывеской лежали вилы-тройчатки с почти целым держаком, лишь слегка обожженным с одной стороны. Марии стало жаль измятую грузовиком вывеску,
Она подняла ее, взяла вилы и пошла по улице на край хутора, где когда-то был ее дом. Возле двора дяди Корнея увидела опрокинутую двуколку убитого немецкого солдата и мертвую лошадь. Настороженно озираясь, она пошла дальше, держа в руках вывеску и вилы. Перед глазами Марии было только одно — серый, белесоватый пепел и черная сажа. Сердце Марии колотилось, руки дрожали. Она упала и, содрогаясь от мучительных рыданий, уже ничего не страшась, забыв обо всем, заголосила, царапая израненными пальцами горячую землю. Завыл дружок. Услышав вой собаки, Мария опамятовалась. Ее обожгла пугающая догадка, а вдруг среди этих черных руин враги услышат человеческий голос. Что тогда будет? Она поднялась, вошла, глотая слезы во двор. Мария сквозь слезы осмотрела двор и вспомнила погреб. Там она сможет укрыться от дождя и снега, от зимних холодов, от вражеских пуль и снарядов. Там, в этом погребе, можно жить. Она подошла ближе. Вывеску прислонила к стволу яблони. Погреб был цел, даже деревянная крышка его лаза не сгорела. Сжимая в руки вилы, Мария откинула крышку лаза и отпрянула. На земляном полу погреба, прислонившись к низкой кадушке, сидел живой немецкий солдат. Он, не мигая, смотрел на нее. Мария успела заметить, что немец был бледный, изможденный, с тонкой мальчишеской шеей, и что он был ранен. Серый его китель был расстегнут, а на застиранной ночной сорочке багровело пятно крови. В какое-то неуловимое мгновение Мария заметила, что немец испугался ее и поняла, что он безоружен. Наклонившись над лазом, она молча смотрела на немца. Он не спускал с нее светло-голубых, расширенных от ужаса глаз. Губы его дрожали, кривились в каком-то жалком подобии улыбки, но скованный страхом он не произносил ни одного слова. На вид ему не было больше 17 лет. Ненависть и горячая, слепая злоба захлестнули Марию, сдавили сердце, тошнотой прихлынули к горлу. Алый туман застилал ей глаза, и в этом негустом тумане она увидела безмолвную толпу хуторян и раскачивающегося на тополевой ветке Ивана, и босые ноги, повисшие на тополе Фени, и черную удавку на детской шее Васятки, и их палачей-фашистов, одетых в серые мундиры с черной лентой на рукавах. Теперь здесь, в ее Марийном погребе, лежал один из них, одетый в такой же серый мундир. Мария еще ниже склонилась над лазом. Держак остро отточенных вил сжала так, что побелели пальцы. Хрипло сказала, не слыша собственного голоса: «Что будем делать? Скажи мне одно, где мой муж Ваня и сыночек Васенька? И еще скажи мне, за что удавили Феню и девочку Саню, за что убили? Молчишь, брешешь, подлюка, ты все знаешь и за все сейчас ответишь». Медленно опускалась она в погреб, останавливаясь на каждой ступеньке, и каждая ступенька, Мария помнила, их было 9, приближала ее к тому неотвратимому, что она должна была совершить во имя высшей справедливости.
Мария высоко подняла вилы, слегка отвернулась, чтобы не видеть то страшное, что должна была сделать. И в это мгновение услышала тихий, сдавленный крик, который показался ей громом. «Мама! Мама!» Мария выронила вилы, ноги ее подкосились. Захлебываясь от рыданий, он говорил что-то на своем языке, которого Мария не знала. Но по выражению его лица, по движению пальцев, она поняла, что немец говорит о себе, о том, что он никого не убивал, что его мать такая же, как Мария, крестьянка, а отец недавно погиб под городом Смоленском, что он сам, едва закончив школу, был мобилизован и отправлен на фронт, что ни в одном бою ни разу не был, только подвозил солдатам пищу. И еще Мария поняла, что 3 дня назад он вместе с пожилым немцем, тем самым труп которого лежал на улице, ехал на двуколке, что летевший над ними самолет сбросил бомбу, что его старший товарищ и лошадь убиты, а он, раненый в грудь, уполз и спрятался в погребе. Осторожным прикосновением пальцев Мария расстегнула окровавленную сорочку немца. На груди увидела 2 продолговатые раны. На спине была только 1 рана. И Мария поняла, что 2-й осколок бомбы не вышел, засел где-то в груди. «Не жилец ты на белом свете, и протянешь ты недолго. И кто ты есть в этом светопреставлении? Разве тебе нужна была война, и ты хотел воевать? Должно быть, нет. Должно быть, ты сказал правду, и я тебе верю». Мария вспомнила, что на лугу возле лесной опушки должны стоять копешки несвезенного хуторянами сена. Дойдя до самой опушки, Мария увидела, что копны целые. Присела у одной из них отдохнуть и заметила на ближней лесной поляне земляной присыпанный листвой бугор, которого раньше не было. Озираясь, пошла туда, к незнакомому бугру. Это оказался пустой немецкий блиндаж. Неподалеку она увидела 2-й такой же блиндаж. Возле него нашла воткнутый в дерево плоский штык-тесак. Прихватила и его. «Мне теперь все сгодится», — подумала Мария. «У меня ни кола, ни двора. Обрывок телефонного провода, моток проволоки, круглый походный светильник, кусок розового мыла. Все это Мария рассовала в котелки. Сгодится и это». Но больше всего ее обрадовала добротно сделанная чугунная печурка в углу покинутого немецкого блиндажа. Занималась заря. Коровы спокойно лежали рядом, пережевывая жвачку. Дружок выбежал из-за яблони. За ним, робко повиливая хвостом, шла белая сука с подтянутым животом. Мария узнала собаку. «Иди сюда, дамка, оставайся с нами. Место тебе найдется». Подставив котелок, она подоила коров, спустилась в погреб, слегка приподняла голову раненого немца. «Попей молока». Немец нехотя сделал 2 глотка. «Лежи, я приду». Она сидела на камне возле погреба. Стояло не жаркое осеннее предвечерье. В чистой синеве неба кружились голуби. Мария узнала голубей. Их 3 года тому назад завел Степка, сын хромого дяди Корнея.
Вдруг старый красный голубь с белой звездочкой над коротким клювом круто снизился и, напугав Марию хлопаньем крыльев, сел ей на колени. Завертелся и, надув прекрасную отливающую перламутром шею, стал ворковать, призывая свою стаю. И вся стая опустилась у ног Марии, доверчиво окружила ее, воркуя и просительно встряхивая крыльями. Состояние немца ухудшилось. Боясь, что он умрет ночью, в полной темноте, Мария растопила на костре немного конского жира, свернула из тряпки тонкий фитилек, засветила светильник, поставила его в углу погреба. Он долго смотрел на огонек немигающими глазами, потом протянул к Марии руки и сказал, как в первую минуту их встречи: «Мама, мама». Умер он перед полуднем. И вновь осталась Мария одна в окружении мертвых. Потянулись один за другим тоскливые осенние дни. Приближалась зима. В один из холодных октябрьских дней Мария осмотрела взорванный немцами коровник. Почти всю неделю Мария разбирала завал кирпичей, чтобы освободить проход в уцелевшие углы коровника и укрыть от дождей и снега четырех коров. Надо было подумать и о себе, одеться потеплее. Иглу она сделала из куска проволоки, загнула одну сторону в виде игольного ушка, загладила ушко на камне, отточила острие. Теперь можно было шить. Еще два раза ходила Мария в пустые окопы за речкой и находила нужные ей вещи. Стоял холодный октябрьский день. Сложив на груди руки, Мария долго и грустно смотрела на неубранное поле. Вспомнила, что там, рядом с этим полем, лежат под землей тонны невыкопанного картофеля, свеклы, моркови. А еще дальше, за холмом, пропадает, осыпается большое поле несрезанных подсолнухов. Сколько людского труда прахом пошло, сколько сил вложила бригада в эти покинутые людьми поля. Нет, так я не могу. Мария глянула на прислоненную к яблоне вывеску, на горку черных обгорелых гвоздей, собранных на пепелище, подняла вывеску повыше и, взяв в руку камень, стала прибивать к толстому стволу яблони. Гвозди гнулись, крепкое дерево не поддавалось, Мария изранила левую руку, но вывеску все же прибила. Отошла на несколько шагов от яблони, вслух прочитала знакомые слова: «Третья бригада колхоза имени Ленина». Ну что ж, бригада, пора на работу. Шли дни. На пепелище никто из людей не показывался. Да и кому было дело до сожженного хутора, который раньше-то стоял в степной глуши у черта на куличках? Становилось все холоднее. Все чаще срывался снег,
шли холодные злые дожди. Мария уходила в поле, резала подсолнухи, ломала кукурузные початки, трудилась на картофельном поле. Она потеряла счет дням, не знала, какой наступил месяц, и не думала об этом. Наступила зима. Как только начинало рассветать, Мария управляла со своим хозяйством. А хозяйство все прибавлялось. Однажды зимним предвечерьем на сожженный хутор прибрели 3 рыжие лошади, потом овцы, их оказалось 9. Мария поместила приблудных овец вместе с коровами. Места хватило на всех. В один из морозных декабрьских дней Мария решила сходить на один из самых дальних участков бригады, который граничил с землями соседнего колхоза. День был морозный. Снег скрипел под ногами Марии, слепил глаза. Вдруг Марии почудилось, что она слышит глухие, невнятные человеческие голоса. Ослабив туго завязанный, сшитый из палаточного брезента платок, Мария прислушалась. Да, там, где стояла покрытая снегом копна сена, слышался детский плач. И 2 голоса, тоже детских, уговаривали кого-то. И Мария ясно услышала слова. «Не плачь, Дашенька, слышишь, не плачь. Разве ты одна хочешь кушать? И Таня хочет кушать, и Наташа, и Лара, и Андрюша все хотят кушать. А они, видишь, не плачут». Обойдя копну, Мария увидела протоптанную в снегу тропу. Из высокой копны сквозь подтаявший снег едва заметно струился призрачный порог. Сердце Марии сжалось. Дети, малые дети, заблудились, голодные. Она наклонилась, разгребла сено, увидела смуглое лицо худенькой девочки, ее широко раскрытые, полные страха, карие глаза. «Не бойтесь, деточки, выходите, немцев тут нет, я одна. Тетя Мария меня зовут. Выходите, прошу вас». Из копны вылезла черноглазая девочка, 13 лет, такая изможденная и худая, что Мария дрогнула от жалости. «Откуда вы, детки? И сколько вас тут?» Девочка заплакала навзрыд, упала на снег, обхватив ноги Марии непослушными руками, невнятно залепетала. «Нас тут много, 7. Мы из Ленинграда, из детского дома, эвакуированные. Нас долго везли поездом, а потом, когда стали бомбить поезд, наши воспитатели были убиты, и много детей сгорело. А мы, которые остались живыми, убежали, бежали долго и заблудились. Не обижайте нас, тетечка миленькая, нам всем очень холодно, и мы хотим кушать». «Голубяточки мои, деточки родные, выходите все, все выходите. Я вас накормлю, напою, искупаю. Мы будем жить вместе. Я одна, совсем одна, и голоса человеческого давно не слышала». Весь вечер Мария грела на печке воду, поочередно искупала детей, приспособив для этого большой алюминиевый термос из немецкой походной кухни. Помыла им головы, напоила всех теплым молоком и уложила спать. А сама, поглядывая на спящих детей, принялась стирать их ветхие лохмотья. Так 7 маленьких странников, сирот из ленинградского детского дома, остались жить с Марией в ее теплом погребе. Несколько дней она кормила детей щами с соленым конским мясом, заправленной молоком кукурузной кашей. Потом зарезала овцу, 5 кур. На ее глазах изможденные дети стали поправляться, посвежели. На их худых, обветренных лицах появился румянец. Маленький Андрюша первый назвал ее мамой. Однажды вечером,
Когда Мария вернулась с поля и спустилась в погреб, мальчик вскочил с нар, повис у нее на шее и радостно закричал: «Мама пришла! Мама пришла!» А трехлетняя Даша повторила, захлопав в ладоши: «Мама! Наша мама!» Скрывая слезы, Мария сказала: «Ну да, мама, ваша мама, а то чья же?» В этот же вечер Галя, Наташа, Таня, Лара и Оля, окружив Марию, спросили застенчиво: «Можно мы тоже будем называть вас мамой?» «А я и есть ваша мама. Был у меня один единственный сыночек, а теперь вас вон сколько. И все славные, хорошие деточки». Несколько вечеров она рассказывала детям о своем колхозе, об угнанной немцами третьей бригаде, о каждом из хуторян в отдельности. «Вот и работаю всю осень и почти всю зиму. Подсолнухи режу, кукурузные початки ломаю. Мы хотим вам помочь, мама, — сказала Таня. — Вам трудно одной, а мы уж большие. Наташа, вот Таня, Лара и я. Оля будет оставаться с малышами дома, а мы четверо с вами в поле пойдем. Ну вот, это уже настоящая бригада. Теперь дело пойдет веселее. А за бригадир, деточки, доведется быть мне». Так морозным зимним днем в степной глуши возродилась уничтоженная третья бригада колхоза имени Ленина. Марии казалось, что уже ничто не нарушит той жизни, которая затеплилась на мертвом хуторском пожарище, что вокруг вечно будет стоять ничем не потревоженная тишина, и никто из людей никогда не появится в глухой, засыпанной снегом долине и на покинутых всеми забытых полях на холме. Но однажды ночью, когда все дети и обе собаки мирно спали в жарко натопленном погребе, Марию разбудил глухой, отдаленный гул. Она не знала и не могла знать, что в эту зимнюю ночь там, далеко у стен большого разрушенного в непрерывных боях города на Волге, в гуле пушек, в бесновании минных разрывов и свисте пуль совершается то великое, что повернет, наконец, ход войны и принесет освобождение многим миллионам измученных и страдавшихся людей. Дни шли своим чередом, становились длиннее, а ночь короче. Все больше пригревало солнце, и уже откуда-то с дальних полей по утрам тянуло запахом оттаившей земли, а теплый ветер подсушивал лужи, и тогда всюду пахло близкой весной. Прошел еще месяц. Апрельские дожди омыли землю, игривыми ручьями просверкали по речным водомоинам. Даже мертвое хуторское пожарище, покоряясь весне, изменилось. Теплые западные ветры и тихие дожди снесли с печных труб, с повалившихся стен черную сажу. Она стекла вниз, просочилась в землю. И всюду светло-зелеными стрелками стали выклевываться ростки молодых трав. Первые схватки начались у нее на рассвете. После восхода солнца она разбудила детей. «Выйдите, деточки, погуляйте. Голубей посмотрите, курочек. Выйдите, прошу вас,
И не заходите, я потом всех позову. Дети вышли из погреба. Люк оставили открытым. Желто-розовый солнечный луч заиграл на земляной стене. Лежа на полу, корчась от боли, Мария услышала заливистый свист прилетевших недавно скворцов, далекое гоготание гусиных стай. Младенец тоненько, слабо заплакал. Ну, здравствуй, сыночек, здравствуй, Васенька, кровиночка моя. Теперь, когда рядом с Марией лежал ребенок, и она, бережно охватив его рукой, вслушивалась, как он тихо и ровно дышит, она почувствовала, что в этом тихом младенческом дыхании рожденного ею человека заключается вся ее жизнь, все помыслы и надежды, все, что есть у нее на испепеленной, искромсанной, изуродованной войной земле. Сын спал. В открытом люке погреба голубело чистое весеннее небо. До слуха Марии доносились приглушенные голоса детей. Дети говорили шепотом, чтобы не потревожить Марию. В это мгновение, обессилевшей, ослабленной после родовых мук, ей показалось, что она родила их всех, беззащитных, рассеянных войной по неприютным угрюмым полям, малых людей, от которых она должна отвести смерть. Вы будете жить. Вы все будете жить. Только что отгремела первая весенняя гроза. Все вокруг сияло, переливалось, пахло свежо и молодо, как всегда бывает после буйной майской грозы. Марию мы увидели, как только стали переезжать речку. Она стояла на покатом холме с младенцем на руках, босая, с распущенными волосами. Вокруг нее сгрудились дети, коровы, овцы, куры. Заметив нас, звонко заржали рыжие кони. Вверху носились белокрылые голуби. Подъехав к Марии, командир полка остановил эскадрон, сошел с коня. Слегка прихрамывая, он подошел к ней, снял фуражку и, марая жидкой грязью полы щегольского плаща, опустился перед Марией на колени и молча прижался щекой к ее безвольно опущенной маленькой жесткой руке. Исчезнут на земле войны, не будет убийств, грабежей, лжи, коварства, клеветы. Белые, черные и желтые люди станут людьми, братьями. Они не будут знать ни угнетения, ни голода, ни унижающей человека нищеты. Они обретут радость, счастье и мир. Так будет. И, может, тогда невыдуманной Мадонне воздвигнут благодарные люди самый прекрасный, самый величественный монумент, а ей, женщине, труженице земли. Соберут белые, черные и желтые люди, братья, все золото мира, все драгоценные камни, все дары морей, океанов и недр земных,
и сотворенный гением новых, неведомых творцов, засияет над землей образ Матери Человеческой, нашей нетленной веры, нашей надежды, вечной нашей любви.